Я друг Евгения Александровича Евтушенко, автор вот этой книги, которая она вышла 4 месяца назад. Мы познакомились 30 июня 1975 года в Центральном доме литературы. Познакомил меня поэт Николай Глазков, друг и один из учителей Евгения Евтушенко. Тому назад. Колоссальные потери. Просто нет слова, нам еще предстоит осмыслить, что и кого мы потеряли на многие-многие десятилетия. У Евтушенко есть такие строчки. Какие-то люди должны быть всегда. Без стольких отпусток, без стольких беда. И вот все эти последние дни думаю об этом. Такая пустота без него, меня, по крайней мере, в моей жизни. Такая беда для всей России, для всего читающего мира.